Ну, наконец-то, сделав все недостатки этого мотоблока, мы спокойно выезжаем на сенокос. Чётенько. Если, блядь, все целиком покрасить, нахуй. Я что хотел? Я взял, начал этот, борта они синие, облезлые же после зимы. Ну? Начал красить, блядь. А на хули этот? Раз, первый слой хуёво, блядь. А что, начал красить, думаю, не бросать же, ёпта, на разный цвет. Ну, конечно. А, у тебя здесь вот здесь просто обычный, да? Заводская у меня. Заводская этот? Ну. Играющий надо туда смазать, конечно, блядь. Мотоблок же будет там, играющий хуйня нахуй. Вот. И чё ты не дорассказал? И покрасил, да? Всё покрасил, не, а потом прикольно раз, ты. На второй день вышел, делать мягкую, смотрю, блядь. Ещё этот. Дай-ка, думаю, второй раз пройду, может, красивее будет, я, блядь, нормально. Жирнее, а? Насыщеннее. Не, ну цвет же красивый, блядь. А у меня линолеум там есть, тебе линолеум нужен сюда? Зачем? А? Ну я не знаю, просто прошу. Ладно, он этот, сыреет от него, ржавчина, он, видишь, он... Под ним, да? Да, зиму лежал, нахуй, такой свежий, блядь. Ты же мне давал, я да, же да, 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 да. Разрезал это сам. Короче, сегодня тест-драйв сделаем, да? На двух мотоблоках. Серьезный кипиш, знаешь с кем? С кем? С Чуней и Мишей. Да ну нахуй! Мы тебе камеру поставим. Куда? Ну куда мы тут? Прям на лицо будешь. Да нет, еще фигня всякая. Всем привет! Не смог удержаться и не записать какой-нибудь для вас такой небольшой сюжет. Отрывок, можно сказать. Сейчас нахожусь в экологически чистом лесу. Вот такие вот дубки, молодняк. Именно вот молодняк. Очень классно идет на венике. Здесь вот я липки немножко набрал, липы для дочери. Вот посмотрите, как здесь все растет. Раньше это все были поля. Вот, то есть здесь я сейчас нахожусь. Может, кто-нибудь и из этих мест будет смотреть. Вот здесь раньше был сад. Большой совхоз, который содержал это самое. Ну, имел возможность вот такие большие сады. Короче, вон там вот территория, там территория, туда, туда. Это все сейчас территория садов. Вот что вокруг вот все стоит. Вот так все здесь заросло. И вот такой вот молодняк, он как раз... И, наверное, и аккуратен для венчиков. Да, еще тоже прикол, смотрите. Нашел болт. Да, можно открывать рубрику. Нашел в лесу. Так, вот такая вот футболка. Не знаю, может, и владелец найдется. Вот так вот. Такая эмблемка с пуговичками. Какой размер, сейчас скажу. XXL. Кстати, вот даже смотрите, яблонь. Но она, правда, уже превратилась. Так, ребята, всем привет. 2018 год. Пора сенокоса. Так, сегодня мы будем как раз тестировать нашу косилку, когда мы переделали. Точнее, когда я переделал ее. Вот, и... Поставил натяжники, поставил этот самый, как его, регулирующие вот эти контрагайки. Вот, теперь я попробовал, покосил. Получается изумительно. Ремень, кстати, не кушает, благодаря тому, что натяги. Ну, сейчас я подойду и уже покажу потом подробно. Так, вот так вот получается. В деревне у нас жара.
сегодня 30 с чем-то градусов было. Живность идет. Так, сейчас посмотрим. Тархун, дело тонкое, Петруха. Да? Ну что, Вадим? Да? Может, это держи тоже? Слушай, отойдешь немножко? Ты, это оператор у нас же. Да. Сейчас я вот этот Гошу пробегу и там попробуем. Давай, не гонись, не загонись нас. Взмок он весь нахуй, блядь. Я вчера тоже поехал, блядь, минералки, блядь, взял. Держи вот так вот. Блядь, разбираешься, блядь, минералки хлебанул. Все, блядь, нахуй, блядь, весь нахуй. Блядь. Минеральную воду лучше. Это тайфун, блядь, ну ты держи. У нас сломай нормально, Вадим, ты как этот, блядь. Давай. Мой кузяна, блядь. Так, вот, смотрите, как я регулирую обороты катилки, чтобы мотоблок быстро не шел. Ставлю газинку не на полную. Вот, вот это не полная, половина. Вот это полная, да. Ставлю чуть побольше. Любой. Как его? У мотоблока. И ремень не ест, да? Ремень не ест, заебись, да, прям. Так. Ну она вон регулируется, бать. Снимаешь, да? Снимаю, да. Давай вот эти вот сними. Чтобы вот. Так, вот что можно с вот этими придумать, сделать, а для чего они вообще здесь стоят? Они стоят вот, сейчас покажу, вот видите ручеек этого, как его называют, блин, ремня. Вот, сейчас затягивая, мы даем ремню немножко, для этого, как его называется. Расслабляет. И стягивает. В целом, сами все видите, все конструкция это работает, я в принципе доволен. Вот это сейчас доделать здесь немножечко, и все, на этом на сегодня. И можно сказать, тест-драйв пройден. Выключается? Да. Ты уже на велосипеде приедешь, да? Здесь вот от Ахметов прям зависит. Вот столько... Валек, ты что, едешь? Так, ну, наконец-то, сделав все недостатки этого мотоблока, мы спокойно уезжаем на сенокос. Не знаю, я вам показывал про эту кнопку или не показывал. Включаем. Все, мы поехали.
Так, ну вот, собственно говоря, вы все видели сами. Приехали, едет техника, едет, что и радует. Оп, вот все. Сначала надо, наверное, посмотреть. Эльте горит сзади. Зачем у меня? У меня уже сгорело. Колесо у меня горит. Больше все равно не скосишь. Так, а вот показывай давай. Вот здесь вот с этой стороны. Вот сейчас самый главный момент. Нет, вот отсюда прямо. Вот регулировка вот этого ремня. Вот. Вот таким вот нехитрым способом. Мы более-менее выведем ремень, чтобы он был в рабочем положении. В нормальном. Бензин надо покрыть нас, да? Ну, вон вниз туда поставить, да? А вон я рубашки покрыл. Пиздец. Чё? А чё пиздец? Потерялся и туда, и сюда. Ну не все же такие, Валёк, видите? Да, два круга сейчас сделал, прям милое дело. А сейчас Тайковский пошел, да? А чё, ну он уже пошел. Просто травы здесь нету, наверное. Да набирается. Наберется? Она лучше не найдется с травы. Если вы по совхозу ездили. Искать, да? Вон клевер есть, а хуй нахуй не нужен. Он проволока? Он весь этот. Ну а так-то упадут. Его же вкусный, да, едят? Ну едят. Хорошо или нет? Клевер-то? Он сочный, но для них этот. Кроликам, блядь, вот эти ветки, что надо. Ивы? Или любые? Ну вот это вот со скольким плантацией туда перейдем, на ту сторону. Так, сейчас покажу поближе. Как-то вот так вот. Вот такое вот начало. Потом чуть попозже покажу, какой объем, в течение какого времени мы скосили. Вот. Ну а для сравнения, вот отец косил. Вот получается участок. Вон там, по-моему, да. И где-то вон там он еще, полоса, да. Он это накосил за сколько времени? За 2 дня. Ну вот 2 дня, не спеша. На 4 теля, вот от отсюда, вон до конца, прям до туда. Да. Прошу заметить, на одной ноге, с косой, профессионально отбитой. Да? Ничего, нормально. А это южная жесткая. Угу. Ну все. Ну вот она, наша вчерашняя работа. Здесь мы косили с утра, потом перешли куда-то туда. Вот, ну, в общем, доберемся. Вот такие кучки получаются.
Сена, конечно, не так, как ты много. Ты, Вовка, знаешь, заедет задом прям к этому султанскому сараю, там свалит. А в тот будем забивать или в этот будем забивать? Лучше, можешь, в новый? Ну, пока в новый будем. Надо новый забить вот это все. Она старый там крутится у нас. Вот я тебе про это и говорю. Но все равно куда заезжать надо. В принципе, можно начинать работать. Грузимся. Ялга. Так, ну вот с вот этого участка. Вот. Получилась вот такая вот тележка. Сейчас мы поедем. Thank you.